Відкрита трибуна. Як потрібно карати тих, хто здійснює наругу над державними символами України? Ну, в будь-якому випадку, та політика, яка проводиться на сьогоднішній момент у нас, вона, мабуть, не саме жорстка, і я би, мабуть, її ужестив, так як це проводиться немножко в інших країнах. Тобто, відповідно, все просто, це вплоть до розстрілу. Тобто, відповідно, якщо ти патріот, да, то ти повинен чтити свої державні символи, тому все просто, в принципі, як мінімум, да, тобто кримінальна відповідальність. Ну, не знаю, як наказувати, а в основному, ну, щось, міри якісь треба приймати. А, ну, це, мабуть, не сильно мені рішати, мабуть, якісь органи повинні рішати це, обращатися. Взагалі не потрібно на цього лікаря ругатися, це ж українське все. Настолько далеко от меня, ну, это надругательство лично от меня, что я даже затрудняюсь вам сказать. Ну, я думаю, что нужно прежде всего узнать, чем это вызвано у него. Если просто недовольство, ну, страны, политики, он может просто поменять страну. Я считаю так. Зачем ругаться, правда? Украинский государственный символ – это очень важный атрибут каждого государства, я считаю, в том числе нашей Украины. И если человек не чтит символы, то, соответственно, должен понести наказание хотя бы в виде штрафа. А дальше будут смотреть и разбираться. Ну, сначала, понятное дело, что нужно штрафовать, но если человек не понимает и, ну, этого всего, то понятное дело, что потом это будет вести уголовную ответственность за это. На мое мнение, наказывать людей сначала нужно штрафами, а потом, если они этого не поняли, сажать в тюрьму. Відкрита трибуна.